уверенно действует в центре обороны. 35-я минута первого тайма, 0-0, Ювентус на чужой половине поля. Аквилани смотрит, где там нападающий, опять защита Ромы. Линия защитников располагается довольно-таки высоко по отношению к своей штрафной площади. Пас Эквинто, да! Винченцо Эквинто! Сумасшедший гол забивает, отметим, великолепный пас Аквилани, ну и потрясающий удар Винченцо Эквинто. Направился он к тифози Юви, сейчас этот парень его просто растерзает в объятиях. И опять пас пошел с того самого левого фланга, от которого мы с Нобелем говорим, он там Песотто подпрыгивает. Нет, Марота. Вся тусовка туринская там. Эквинто открывает счет. Шикарный гол на 35-й минуте. Давайте теперь уже в спокойной обстановке разбираться. Итак, Аквилани в дурачках оставил Греку. Смотрите, что делает Риса. Риса взял и убежал зачем-то с фланга. Но сейчас просто сыграл. Смотри, что Риса делает. Смотри, что делает. Да, Риса просто оставил свободную зону. Просто побежал того, зачем-то чтобы закрывать игрока слева. Что он там, чем он будет мешать. Никто не пошел в прессинг, никто этот отвернулся. А вместо Риса второй, который... Передачу на своего партнера. Маркизи очень много работает именно сзади, потому что как раз таки Аквилани чаще атакует, и поэтому нужен второй опорник, который будет помогать. Да, ну сейчас еще раз повтор показали. Конечно, центральные защитники ошиблись. Эквинто не держал вообще никто. Бурдису.